сегодня с Востряковского кладбища. Не спрашивайте, где я переоделся, не задавайте глупых вопросов. Мы с вами сразу же переместились на Пятницкое кладбище. Сегодня у нас еще одна дата памяти, ребята. Слушайте, то, что сегодня день скорби, начало Великой Отечественной войны, это тоже знаю, ребят. Это дата, которую должны мы все помнить. Но мы с вами, ребятки, не веселимся. Мы продолжаем работать, продолжаем посещать места захоронения наших любимых артистов. И вот сегодня, 22 июня, мы с вами на Пятницком кладбище посетим захоронение народной артистки РСФСР Людмилы Ивановны Ивановой. Вы ее можете помнить по роли, такой роли, как Шурочка, в нашем любимом, одном из любимых кинофильмов «Служебный роман». Сейчас кусочек видео вставлю, вы сразу все поймете. Мой вам добрый совет, как добрый товарищ, бросьте это все, выкиньте из головы и вернитесь в семью, в коллектив, в работу. А это Шура. Симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно. Маша Селезнёва и прибавление семейства. С вас 50 копеек, распишитесь, пожалуйста. Какая прелесть. Как хорошо, когда человек так реагирует. Пожалуйста, прошу. Ой, возьмите сдачу. Нет, нет, на Машу Селезнёву мне ничего не жаль. А вы платили? Я платил. Платили? Платил. Какие-то ролики, врать не буду, снимаются заранее, потому что я физически не успеваю в один день, в одну дату посетить несколько кладбищ. Поэтому так вот. А сегодня, да, сегодня вот именно 22 июня я с цветами, желтые розы, красные розы. Желтые розы у нас сегодня пойдут на могилу нашей любимой Надюхи, она же Нина Дорошина, которая также захоронена на Пятницком кладбище. И, естественно же, мы сейчас на 6-м участке. Ее находится могила, там семейное захоронение. На 6-м участке мы, естественно, посетим Людмилу Ивановну Иванову, она же Шурочка. Представляете, Самохвалов передал мне письма Рыжовой, чтобы мы разобрались на месткоме. Гад какой. Да? А меня вообще сослали в бухгалтерию. Я ж вам говорил, занимайтесь мячиком, упражняйтесь. Где его возьму-то? Ну как же ж, я ж вам принесла. Он укатился. Вот ведь круглый. Леша, а ты тоже фронтик. Мужчина должен быть аккуратным, побритым. Международного положения допускать нельзя. Вот. Нельзя, нельзя, нельзя. А то скажут, что у нас все взаимно обуцеловано. Вот я и говорю. А то некоторые все выходят замуж и выходят. Я за деньгами бегала, стояла. Я стояла. Я, конечно, с ВМ тягаться не могу. Вообще, у меня мозги, а не перфокарты. Людмила Ивановна Иванова – советская, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, также она является основателем Московского музыкального театра «Экспромт». И сегодня Людмиле Ивановой исполнилось бы 90 лет, родилась она 22 июня 1933 года. Также Людмила Иванова являлась автором либретто к музыкальным спектаклям, автором песен, которые исполняли Анна Герман, Елена Великанова, Майя Кристалинская и сама Людмила Иванова. Да-да, она тоже пела. Ну, конечно же, мы все ее знаем по ярким киноролям, но все равно большинство знают ее по одной кинороли. Врать не будем, чего ж врать-то. По одной кинороли роль Шурочки в кинофильме «Служебный роман». Также Людмила Иванова являлась членом Союза писателей России. С 1937 года по 2011 год была замужем за Валерием Миляевым. Валерий Миляев был бардом, писателем, доктором физико-математических наук. В браке с Валерием Миляевым появилось два сына у Людмилы Ивановны. Старший из двоих сыновей, Иван Валерьевич Миляев, заслуженный художник Российской Федерации. И младший сын Александр, который, к сожалению, умер в 2010 году. Младший сын Александр Миляев появился на свет в 1970 году. Молодой человек увлекался психологией, был глубоко верующим человеком, занимался разведением редких видов растений. Личная жизнь мужчины складывалась не лучшим образом. За плечами Александра Валерьевича было два неудачных брака. С третьей избранницей наследник жил хорошо. Пара даже задумывалась о детях. Но, к сожалению, в 2010 году Александр Миляев ушел из жизни. Сын Ивановой умер в семейном доме, на глазах у родителей. А смерть такая, проблема с сердцем. Просто приступ, сердечный приступ. После смерти сына Александра Людмила Иванова попала в больницу. Букет серьезных заболеваний, проблемы с ногами были, с почками были проблемы. Находясь в больнице, умирает ее муж. Любимый, единственный ее муж. Людмила Иванова перенесла два удара. Уходит ее младший сын. Уходит любимый муж. А 7 октября 2016 года, к сожалению, умерла и народная артистка, любимая наша Шурочка. Иванова впервые вышла на сцену легендарного театра через год после его основания. За это время сыграла много ярких ролей. Но большинству зрителей она запомнилась по работам в кино.
Шура из «Бухгалтерии» в «Служебном романе», Клавдия Матвеевна из фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Образы такие близкие и понятные. Более 80 картин. Даже небольшие эпизоды в ее исполнении не могли оставить равнодушным никого. А еще Людмила Ивановна сочиняла стихи, песни, написала мемуары о современнике, много своего опыта успела передать студентам. Людмила Иванова скончалась 7 октября на 84-м году. Ее похоронили на Пятницком кладбище. Кладбище. Семейное захоронение. Была какая-то шумиха, скандалы касаемо того, что в ужасном состоянии захоронение народной артистки Ивановой. Сейчас мы с вами дойдем до ее могилы. Ни разу не был. Были у меня попытки посетить ее захоронение, потому что я не первый раз нахожусь на Пятницком кладбище. Я знаю даже номер участка, 6-й участок. Там находится захоронение народной артистки Людмилы Ивановой. Но так получается, что по каким-то обстоятельствам сказочным я не могу найти ее захоронение. Я надеюсь, что сейчас я его найду. Даже у меня появилась информация, что там привели в порядок семейную могилу. То есть там появился памятник, не памятник, точно не знаю. Но сейчас мы с вами дойдем. Возложим от всех нас, ребятки, букет желтых роз. Я очень надеюсь, что там есть кувшин, куда это можно поставить. Либо ваза какая-то. Ребят, всех, кого я посещаю, я знаю, что у всех этих людей очень много поклонников. А завтра, 23-го, потому что этот ролик по-любому сегодня вот выйдет, 22 июня, а завтра, 23 июня, годовщина памяти Юрия Васильевича Шатунова. Я доеду до Троекурского кладбища. Во сколько я доеду, я не знаю, потому что у нас возникли проблемы с букетом. Заранее хочу сказать огромное спасибо всем тем ребятам, поклонникам Юры, которые присылали копеечку, денежку, скидывали мне. Все денежки у меня подсчитаны, вся эта сумма пойдет на покупку букета. Красивый букет от всех вас, ребят, от всех вас, от всех поклонников Юры Шатунова, Шатунята, да? Я от всех вас, всех тех, кто не сможет посетить 23-го числа, 23, то бишь завтра, 23 июня, захоронение Юрки Шатунова, Юрия Васильевича Шатунова. Я доеду. Я очень надеюсь, что мне поможет доктор Лариса. Завтра все увидите, ребята. Потому что сейчас мы находимся на Пятницком кладбище. Двигаемся с вами к захоронению Людмилы Ивановой, народной артистки Российской Федерации. В театре «Современник» Людмила Иванова служила с 57-го года, фактически с момента основания театра. Ее таланты не ограничивались актерским дарованием. Она исполняла песни, писала стихи, руководила детской музыкальной студией. Людмиле Ивановой было 83 года. Не забывайте матерей. Они печалятся в разлуке, и нет для них страшнее муки молчанья собственных детей. Не забывайте матерей. Они ни в чем не виноваты. Как прежде, их сердца объяты тревогой за своих детей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону. Они так радуются вам, любому вашему поклону. Не забывайте матерей, ведь для молчания нет причины. И глубже с каждым днем морщины от равнодушия детей. Средь суеты и праздных дней услышьте, господа и дамы, болит душа у вашей мамы. Не забывайте матерей. Пишите письма матерям, звоните им по телефону. Они так радуются вам, любому вашему поклону.
правда. У ангелов есть имена, фамилия, адрес и номер мобильный. И добрые руки, глаза зеркала, которые любят так искренно, сильно. Неправда. Они иногда устают и тоже хотят и внимания, и ласки. Себя до конца не щадя отдает, стараясь продлить тебе добрую сказку. Неправда. У ангелов плачет душа. Сидеют они зачастую так рано. Неправда. У ангелов есть имена. Теплей не бывает имен. Это мама. Ну вот мы, ребятки, и побывали на могиле народной артистки Людмилы Ивановой. Во-первых, приятно, что появился памятник, потому что, напомню, были какие-то конфликты, скандалы, и якобы памятника нет. Естественно, все камни сразу летели в сторону сына. Памятник появился. Сначала, когда подходил, было ощущение, что они вообще в клетке находятся все, да? При детальном изучении, не знаю, получилось у меня по видео передать вообще, как это все оформлено, но я так думаю, вы поняли, да, как это все изображено. Я считаю, сделано оригинально, интересно, учитывая то, что это семейное захоронение. Каждый портрет в семейном захоронении подписан. Естественно, Людмила Иванова, народная артистка по центру. Сегодня ей исполнилось бы 90 лет. Обратил внимание, думаю, и вы тоже обратили внимание, появилась корзина белых хризантем. Свежие цветы. Люди приходят. Ладно, ребятки, все. На могиле Людмилы Ивановой мы побывали в день ее памяти. Напомню, сегодня 22 июня 2023 года. Пятницкое кладбище. Сейчас двигаемся на могилу, так как мы сегодня сюда пришли. Двигаемся на могилу Нины Михайловны Дорошной. Она же Надюха из кинофильма «Любовь и голуби». Поставим тоже ей букетик желтых роз. И на выходе подойдем к могиле Кирилла Толмацкого. От поклонников творчества Кирилла поставим букет красных роз. Все. Двигаемся к Нине Дорошиной. Идем до этой тропинки. Поворачиваем. Вот памятник Нины Дорошиной. Появился портретик, обратите внимание, принес кто-то.
Ну и последний букетик. Это на могилу Кирилла Толмацкого. Двигаемся.